Всем здравствуйте, меня зовут Ефимова Анастасия, а это мой муж Александр. Сегодня мы покажем вам парную тренировку, которую вы можете выполнять дома вместе со своими вторыми половинками. Для этого встаньте широко, возьмитесь за руки, обратите внимание, что руки должны быть прямые. Чуть-чуть ноги вперед. Стопы держите на ширине плеч и на вдох делайте приседания. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Угу. Вес тела переносите на пятки. Носки не уходят, колени не уходят за носки. Угу. А еще последний раз. Делайте таких повторений раз по 15-20 и 4 подхода. Следующее упражнение называется планка с хлопком. Вставайте в упор ладони носки, подтягивайте живот, слегка подкручивайте таз, держите спину ровно и просто давайте 5 друг другу. Угу. Старайтесь, чтобы ваш корпус сильно не раскачивался. Старайтесь не раскачивать. Так, мы делаем по минуте. Давай последний раз. Угу. По минуте. Ну, подхода 3-4 также, насколько вам позволит ваша физическая подготовка. Так, дальше. Мальчики делают пресс. Ложись. Угу. Чуть-чуть сюда, у тебя голова получается на полу. Угу. Просто классические кранчи. Покажи один раз. Подбородок не прижимаем. Угу. Девочки упираются на колени своему партнеру. И делаю трицепсовые отжимания. Идем. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. У мальчиков выдох на подъем, на вдох. Они опускаются вниз. И последний раз. Хорошо. Затем то же самое, только вы меняетесь. Угу. Сделаешь такие же трицепсовые. Давай пробуем отжимания. Руки за головой, мальчики в упор, и девочки делают на выдох вверх, угу. А мальчики в это время отжимаются на трицепсы. Выдох, вдох у меня, у Саши, вдох, выдох вверх. Угу. И последний раз. Хорошо. Молодец. И сейчас мы покажем вам еще одно упражнение для прямой мышцы живота, преимущественно для нижних пучков пресса. Партнер стоит, стопы на ширине плеч. Вы опускаетесь вниз и беретесь руками за его голени. Поднимаете ноги вверх, партнер вам отталкивает ноги. Здесь очень важно, чтобы ваша поясница не отрывалась от пола. Угу. То есть максимально мышцы пресса мы напрягаем. Угу. Дальше. Два раза. Угу. Хорошо. И меняемся. Стопы на ширине плеч. Саша берет меня за голени. Поднимает свои ноги. Ага. А я отталкиваю. За счет этих движений мышцы пресса напрягаются гораздо сильнее. Не забывайте, что ваша поясница прижата к полу. Выдох, вдох, выдох. И еще два раза. И последнее. Хорошо. В конце вы можете потянуть друг друга, сядьте друг к другу лицом. Стопы вместе. Мальчики, конечно, не такие пластичные, как девочки. Но Саша будет очень стараться. Я его тяну на себя. Угу. Колени не сгибаются. И если ваш муж достаточно пластичный, вы можете еще стопами давить на его стопы. Как бы стараясь ноги пошире ему сделать. И то же самое Саша тянет меня. Угу. Хорошо. Следующее упражнение.
партнер садится в положение бабочки. Угу. Я покажу. Я обхожу его сзади, животом давлю на его поясницу. Это нужно для того, чтобы сильно не округлялась спина. А руками давлю на его колени, стараясь опустить их ниже. Угу. На выдох еще чуть-чуть поддавливаем партнера вниз. А затем меняемся. Выпрямляй ноги. Подожди, не будем меняться. Выпрямляй ноги. Следующее упражнение на подколенные сухожилия. Также давим партнера, опуская вниз. И вы можете зафиксировать колени и встать на носочки. Угу. На выдох медленно и плавно, стопы вместе, опускаемся вниз. Хорошо. Положите ладонь на плечо партнера. Угу. И отвернитесь друг от друга. Тоже отворачивайся от меня. Угу. Здесь тянется большая грудная мышца, которая у нас как раз-таки работала в отжиманиях. Угу. И меняем. Отворачивайтесь. Еще. Прям максимально выворачивайтесь. Хорошо, закончили. И последнее упражнение. Кладите ладони на плечи друг к другу. Шагайте назад и опускайтесь вниз. Максимально расслабляйте спину. Можете сделать легкие пружинки, но не резкие движения. Угу. Хорошо. Закончили. Вот такие вот простые упражнения, которые помогут вам провести время вместе и укрепить физическую форму. Будьте здоровы и любите друг друга.